Так, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Мария. Я являюсь менеджером отдела сопровождения компании IPR Media. Тема нашего сегодняшнего мероприятия, нашего сегодняшнего вебинара – электронно-библиотечная система IPR Books. Эффективное использование электронных изданий в учебном процессе, включение в рабочие программы дисциплин, взаимодействие с обучающими, повышение публикационной активности преподавателей. Коллеги, ну и что сразу хочется мне отметить, на что обратить внимание, вот как раз по поводу публикационной активности преподавателей будет посвящен отдельный узкий семинар, данная тема будет сегодня затрагиваться, ну, так скажем, более конкретно на эту тему мы с вами также можем пообщаться завтра. Завтра как раз будет вебинар, посвященный тематике, посвященный именно электронному книгоизданию, публикационной активности. Именно РИНЦ, поэтому у кого есть желание, можете зарегистрироваться и уже непосредственно завтра принять участие в нашем мероприятии. Ну а сегодня мы непосредственно поговорим об электронной библиотечной системе IPR Books, расскажу о сервисах, возможностях данной электронной библиотечной системы, как ей пользоваться. Многие, может быть, на сегодняшний день уже активно пользуются данной электронной библиотечной системы, кто-то когда-то пользовался, кто-то, возможно, у кого-то подключено, но забыли, да, об этой возможности, о возможности использования данной электронной библиотечной системы, поэтому мы с вами пообщаемся, напомним, наш вебинар будет состоять из двух частей. Первая часть – это теоретическая, вашему вниманию представлю небольшую презентацию, и вторая часть уже будет практическая, уже непосредственно мы с вами перейдем на платформу IBS IPR Books, где я вас познакомлю с основными сервисами и возможностями. Коллеги, в нашем чате создана специальная вкладка. Вкладка у нас называется «Вопросы». В этой вкладке вы в течение нашего вебинара, если у вас будут возникать какие-либо вопросы, можете оставлять их. И уже по окончании нашего мероприятия я постараюсь на все вопросы, интересующие вас, ответить. Ну, начнем наше мероприятие. Начну я свой рассказ, озвучу мы цели, в принципе, для чего мы сегодня здесь собрались. Цель нашего семинара «Практикума», назовем его так, обучить и ознакомить слушателей с новыми техниками использования электронных изданий в учебном процессе, эффективными способами поиска и подбора актуальных изданий 2005-2017 года выпуска, которых нет в свободном доступе в интернете, технологиям формирования заявок на литературу в специальных сервисах нашей электронной библиотечной системы, а также с контентом электронной библиотечной системы IPR Books. И, соответственно, представлен ВБС периодическими изданиями и со способами бесплатной публикации своего издания, присвоением ему ISBN и индексированием в РИНЦ. Ну и, наверное, немножко сначала расскажу я о нашей компании. Наша компания, компания IPR Media на рынке с 2005 года, начала она свою деятельность как издательский центр и по сей день активно работает также в этом направлении. Но помимо этого, наша компания является крупнейшим разработчиком электронно-образовательных ресурсов России. Наша компания является разработчиком таких продуктов, как электронная библиотечная система IPR Books. Это премиум продукт нашей компании, который входит в тройку лидеров рынка электронно-библиотечных систем России. Это электронно-библиотечная система Библиокомплектатор. Данная платформа предназначена для точечного комплектования. И платформа VKR Vus. Данная платформа, она предназначена для хранения, размещения и проверки на объем заимствований, выпускных квалификационных работ. Ну, наверное, у многих возникает вопрос, в общем-то, да, зачем нужна электронно-библиотечная система преподавателям, да? Кто-то по старинке до сих пор пользуется печатными изданиями, но что хочется отметить, что, так скажем, в мир высоких технологий, да, на сегодняшний день работать именно с изданиями в электронном виде стало намного-намного удобнее. Что же
они дают, да, вот зачем в первую очередь нужна электронная библиотечная система преподавателям? Ну, в первую очередь, естественно, это подготовка к занятиям, это составление учебных планов, это использование как раз актуальных источников, это получение информации и бесплатного доступа к книжным новинкам и периодикам электронной библиотечной системы, потому что если мы берем в сравнение книгу, да, печатную книгу и электронное издание, то, конечно, работа с электронными изданиями намного эффективнее, потому что мы купили книгу, и печатное издание, оно очень быстро устаревает. Электронное издание, конечно же, оно есть возможность переиздания. Да, и всегда данное издание, оно актуальное будет. Ну, книга, она очень быстро устаревает, и возможность работы в электронной библиотечной системе, она как раз позволяет иметь доступ ко всем новинкам, так скажем, книжного рынка, потому что все издания, все книги, которые появляются, да, у нас на рынке, новые издания, они также появляются и в электронном виде. И те, кто работают с электронной библиотечной системой, в частности, с нашей электронной библиотечной системой, на протяжении всего срока доступа к нашим электронным библиотечным системам предоставляется возможность доступа к бесплатным обновлениям и пополнениям наших фондов. То есть вы у вас всегда будут свежие и актуальная литература. Ну, хочется отметить, что наша электронная библиотечная система, раз уж мы сегодня говорим именно о ней, ну, она как живая, буквально ежемесячно наши фонды пополняются более чем на 1000 изданий. Ну, соответственно, использование электронной библиотечной системы дает возможность использовать именно в своей работе новейших информационных технологий, которые позволяют иметь доступ к ресурсу в любое время и в любом месте. В чем еще огромнейший плюс электронной работы с электронной библиотечной системой, работы с именно изданиями в электронном виде, то, что доступ. Я вот слышу то, что у нас со звуком перебой. Сейчас попробую микрофон поближе поставить. Скажите, пожалуйста, у всех сложности со звуком возникают или это у кого-то в отдельности? Может быть, у кого-то с интернетом проблемы? Ну и хорошо, тогда продолжим. Да, то, что электронная библиотечная система дает возможности, издания в электронном виде дают возможности как раз доступа к этим изданиям в любое время и в любом месте. То есть удаленный доступ к изданиям, который всегда под рукой. Да? Если мы используем печатное издание, то чтобы, ну так скажем, приобрести какое-либо печатное издание, нам что нужно сделать? Нам нужно или дойти до библиотеки, конечно же, если есть в наличии экземпляр данного печатного издания, то у нас есть возможность взять, да, и почитать, поработать с данным печатным изданием. Если такой возможности нет, поработать с книгой, да, взять книгу в библиотеке, вашей организации, в библиотеке вуза, то мы идем в магазин, да, и покупаем книгу, это и тратим время, тратим деньги на покупку печатного издания в электронном виде, конечно же, в чем большой плюс, у нас всегда есть доступ, круглосуточный, отдаленный доступ к огромному фонду литературы, к огромному фонду всегда свежей и актуальной литературы. Ну, соответственно, это повышение профессионализма и саморазвития, это эффективная работа с учебной и научной, именно лицензионной литературой, потому что в настоящее время именно учебную и научную лицензионную литературу мы, ну так скажем, на просторах интернета, в полном доступе, да, в полнотекстовом доступе найти не сможем. Если нам какая-то художественная литература встречается, то есть бесплатно, да, мы там в поисковую строчку ввели «Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина», и нам он выдал книгу в открытом доступе, то, конечно, именно учебные и научные издания, именно
по определенным направлениям и тематикам в открытом доступе мы найти в интернетах не сможем. И здесь как раз на помощь, даже не на помощь, а, скажем так, да, на помощь приходит электронная библиотечная система, которая позволяет легитимно как раз работать с учебной, научной, лицензионной литературой. Электронная библиотечная система позволяет обмениваться опытом с коллегами посредством включения своих изданий в фонды электронной библиотечной системы, что дает повышение индекса научного цитирования работ, рейтинга преподавателей и рейтинга вуза в целом. Это популяризация трудов также преподавателей, включение электронных изданий, популяризация трудов преподавателей за вознаграждение с присвоением и статуса официальной публикации. Использование электронной библиотечной системы также играет основную роль в жизни и в учебе и студента, да, которая, как я уже сказала, электронная библиотечная система предоставляет бесплатный полнотекстовый круглосуточный удаленный доступ к огромному фонду учебной и научной литературы. Это эффективная экономия времени и средств на поиск и приобретение рекомендуемых и необходимых для обучения изданий. В первую очередь, это всегда свежая актуальная литература, которая необходима для успешной сдачи сессий, прохождения аттестации, подготовки к занятиям, написание курсовых рефератов, и уже в итоге выпускных квалификационных работ. Немаловажно для студента, так как у нас молодежь мобильная, активно использует, в принципе, жизнь напрямую, да, сейчас связана и с гаджетами, всегда в руках у нас и телефоны, и смартфоны, и планшеты, и именно электронная библиотечная система позволяет работать с книгой или журналом в любом формате и с любого устройства. То есть, привычным для пользователей устройство и, с привычным для пользователя режиме, привычным. Для учебного заведения важно не только приобрести хорошие ресурсы, но и научить студентов ими пользоваться. Для того, чтобы ресурс был востребован и эффективно был использован в организации, необходим целый комплекс мероприятий. Приведу пример. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что студенты и преподаватели обращаются в нашу электронную библиотечную систему, просят открыть им доступ, даже не зная о том, что в их вузе уже открыт доступ к нашему электронному ресурсу, что они могут свободно пользоваться, бесплатно пользоваться электронными ресурсами. И хочу сказать, что именно для того, чтобы ресурс был востребован, необходим, как я уже сказала, целый комплекс мероприятий именно по информированию пользователей. Чаще всего этим занимаются именно сотрудники вузовской библиотеки. Они используют разнообразные методы продвижения электронных изданий, проводят индивидуальные консультации, также проводят групповые занятия как для преподавателей, так и для студентов, распространяют рекламную печатную продукцию электронной библиотечной системы, также объявления на ученых советах, возможно, на сайте вуза, да, какие-то информацию размещают на портале вуза. Но что хочется отметить, что без вас, преподаватели, эти труды зачастую напрасны, так как важную роль именно в популяризации электронных ресурсов играют рекомендации преподавателей именно студентам. Помощь библиотеки также в выборе электронных изданий и электронно-библиотечных систем позволит не расходовать понапрасну бюджетные средства и снизить затраты вуза в целом, так как только преподаватели могут определить, какие книги и переводики необходимы для обеспечения учебного процесса, обеспечения студентов источниками подходящей литературы. Поэтому мы призываем всех преподавателей активно тестировать электронную библиотеку системы. Именно для этого открывается тестовый доступ в организациях, да, там на неделю, на две, чтобы преподаватели могли поработать, оценить, посмотреть, да, какие книги содержатся в фондах той или иной электронной библиотечной системы и уже сделать выбор. Поэтому мы вас призываем быть активными участниками именно комплектования библиотечных фондов, потому что именно вам и студентам нужно будет в итоге работать с литературой.
так скажем, не, ну да, принимать активное участие, не оставлять, нет, в любом случае выбор будет за библиотекой, но именно по вашим заявкам на литературу библиотека будет принимать выбор, какой электронной библиотечной системе отдать предпочтение. Как же преподавателям помочь обеспечить студента всегда свежей и актуальной профильной литературой и проинформировать их об этом? Ну, в первую очередь, преподаватели, как я уже сказала, да, немаловажную роль именно в популяризации электронных ресурсов играют преподаватели. Преподавателям могут выдавать логины и пароли для входа в электронно-библиотечную систему студентам, выстраивать материалы и лекции с использованием изданий из электронно-библиотечной системы, а также выдача заданий студентам для подготовки к занятиям именно с применением источников из ЭБС. Это указания в методических рекомендациях к дисциплинам и других пособиях для студентов. И, соответственно, ссылки на данные электронные издания. Включение изданий в РПД и обеспечение доступа для студентов к своим изданиям путем включения их в ЭБС. Ну, поговорим немного об РПД, и я также расскажу вам, какие сервисы есть в электронной библиотечной системе, в нашей электронной библиотечной системе для этого. РПД предназначена как преподавателям, так и студентам. Она позволяет и тем, и другим оптимально организовать свое время и отвечает принципу прозрачности образования. Программные учебно-методические материалы, включаемые в РПД, должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное изложение учебного материала и использование современных технологий, методов и технических средств образовательного процесса. Применение электронной библиотечной системы в учебном процессе и сервисы ЭБС позволяют быстро подбирать необходимую литературу по дисциплинам, обновлять и составлять рабочие программы и, соответственно, включать в рабочие программы свои издания. В нашей электронно-библиотечной системы ABS APR Books представлен замечательный модуль, который называется «Книга обеспеченности». Он позволяет осуществлять запрос по списку своих дисциплин и, соответственно, получать подборку изданий по своим дисциплинам со ссылкой на издание в удобном виде. Помимо модуля «Книга обеспеченности», у нас также есть модуль, который называется «Рекомендуемая литература». Этот модуль позволяет преподавателям или библиотеке, но в данном случае мы говорим о преподавателях, позволяет преподавателям рекомендовать литературу. Ну, например, рекомендовать литературу студентам, что очень-очень удобно. Что остается делать студенту? Только зайти в личном кабинете, зайти в раздел «Рекомендуемая литература» и, соответственно, перейти к тому изданию, одним кликом на издание студент сразу может перейти к тому изданию, которое рекомендовал ему преподаватель. То есть, например, да, на лекции преподаватель говорит о том, что для подготовки к следующему занятию студенту необходимы такие-то издания. Да? И преподаватель может сказать сразу, сделать такую пометочку, что данные издания вы можете найти в электронной библиотечной системе IPR Books в разделе «Рекомендуемая литература». Я уже поставил ссылки на данные издания. То есть, что остается делать студенту? Зайти в данный раздел, найти фамилию, имя, отчество преподавателя, который ему рекомендовал данные издания, и, соответственно, уже по ссылке перейти. То есть, у студента уже не будет возможности, так скажем, сказать, что в библиотеке не было этой книги, или я не нашел, или еще что-то. Если вы уже, так скажем, объявите студенту о том, что она содержится в фондах электронной библиотечной системы, и тем более вы уже сослались на данное издание, и, то есть по ссылке студенту остается только одним кликом перейти на данную книгу, кликом мышки, и, соответственно, уже работать и изучать данное электронное издание. Ну, на данном слайде как раз у нас показан, как выглядит модуль подбора изданий по дисциплинам, модуль «Книга обеспеченность». Что вам необходимо делать? Ввести первое, естественно, открыть модуль раскладки издания BS APR Books по дисциплину, ввести наименование дисциплины и сформировать запрос. И вам в удобной форме в таблице Excel сформирует именно как раз запрос, таблицу по необходимым дисциплинам.
Вот так у нас выглядит раздел «Рекомендуемая литература». Данный раздел у нас находится, доступ к нему через личный кабинет, в разделе «Работа с изданиями в режиме онлайн». Мы заходим в «Рекомендуемая литература», и здесь мы все видим: наименование издания, дата рекомендации, кем данное издание рекомендовано. У нас есть удобный фильтр, можно выбрать как раз, кем оно рекомендовано, выбрать фамилию, имя, отчество преподавателя. И, соответственно, вот, пожалуйста, он вам выдаст результат, и вы одним кликом уже сможете перейти. Помимо студентов, естественно, рекомендовать литературу может только вузовская библиотека, то есть это администратор системы в вашей организации, ну и, соответственно, преподаватели. Студенты рекомендовать литературу не могут, могут только воспользоваться именно как раз сервисом «Рекомендуемая литература» и посмотреть, какую литературу рекомендуют преподаватели и вузовская библиотека. Ну и помимо этого, также и преподаватели могут заходить в данный раздел и смотреть, какую литературу рекомендуют им коллеги. То есть, так скажем, удаленно, да, если вы, например, общаясь по телефону, вам коллега сказал о том, что я прочитал замечательную книгу, которая содержится в электронной библиотечной системе IPR Books, вы можете сказать, ну, добавь ее в раздел «Рекомендуемое» и уже, соответственно, одним кликом пройти и посмотреть, чем же интересуются ваши коллеги или друзья. Ну и какой же контент представлен на наших платформах? Немного расскажу о нашей электронной библиотечной системе в цифрах. Ну, что хочется отметить, что нашей электронной библиотечной системе, нашей компании, в принципе, никогда не было свойственно останавливаться на достигнутом. Мы всегда ставим перед собой высокие цели, высокие требования и ориентируемся, достигаем, естественно, и ориентируемся в первую очередь на наших клиентов, на наших пользователей. И ежегодно для себя мы проводим, ну, так скажем, внутренний анализ, внутренний аудит, где сводим все, вот, от которого мы сводим все статистические данные. Вот на данном слайде представлена наша электронная библиотечная система в цифрах. Что хочется отметить, что в 2016 году общее количество публикаций в нашей электронной библиотечной системе превысило отметку в 100 тысяч. На сегодняшний день эта цифра составляет 116 686 изданий. Общее количество изданий, охраняемых авторским правом, свыше 43 тысяч. Также в фондах нашей электронной библиотечной системы содержится свыше 650 на сегодняшний день наименований журналов, 350, более 350 из которых входят в перечень ВАК. Свыше на сегодняшний день уже 30 тысяч учебных и научных изданий. Также в фондах нашей электронной библиотечных систем содержится уже свыше 700 готовых коллекций, и фонды нашей электронной библиотечной системы содержится обширная коллекция аудиоизданий. Это свыше 2000 аудиокниг, это учебники, учебные научные пособия, это словари, справочники, художественная литература, литература для школ, бизнес-литература и так далее. Обширная коллекция аудиоизданий. Ну, на данном слайде у нас представлен количественный показатель лицензионных изданий по направлениям обучения. Да, мы в 2016 году, у нас значительно расширились некоторые блоки, такие как технико-технические науки, блок здравоохранения расширился, помимо учебной научной литературы мы расширили и блок периодики по данному направлению, появилось совершенно новое направление, это религия, философия. Также развили блок экономики, сельское хозяйство, лесное рыбное хозяйство, ветеринария, заключили договоры со многими издательствами именно по сельскохозяйственной литературе. Ну, на данном слайде у нас представлен состав книг по годам издания. Что хочется отметить, что в наших фондах в основной своей массе актуальная литература. Как я уже сказала, наша электронная библиотечная система, она как живая, буквально ежедневно пополняется новыми изданиями. И именно основная цель также нашей электронной библиотечной системы, основная цель нашей компании – это сохранение и пополнение фондов. Мы видим, что на сегодняшний день в основной массе это актуальная литература, это литература за последние 10 лет выпуска, 10
11-17 год выпуска. Также содержится литература, но ее небольшое количество, порядка 8 тысяч. Это книги 2007-2010 года выпуска. Ну, если вы обратили внимание, в наших фондах содержатся также издания до 2006 года выпуска. Да, такие издания у нас, так скажем, целенаправленно остаются в наших фондах, так как они также активно используются нашими пользователями как дополнительная литература. Вот, как я уже сказала, очень, так скажем, основное уделяем внимание именно по сохранению наших фондов. На данном слайде мы видим динамику поступлений фонда электронной библиотечной системы и соотношение поступления и выбытия из фондов ЭБС. Ну, что мы видим? Что в 2016 году в фонды электронной библиотечной системы поступило порядка 15 тысяч изданий, а выбыло всего 110. То есть мы ведем активную работу в данном направлении. Также хочется отметить, что помимо книг, да, помимо учебной и научной литературы, в наших фондах содержится и периодика. Также одним из достижений 2016 года это стало расширение блока периодики. Хочу отметить, что блок периодики у нас буквально за 2016 год увеличился даже более чем в 3 раза. У нас собраны журналы, все сгруппированы в коллекции по основным тематическим направлениям, которые соответствуют профилям образовательных учреждений. И, как я уже сказала, вот также на данном слайде есть информация, что каждое направление было значительно пополнено. И на сегодняшний день у нас доступны такие тематические подборки периодики, как архитектура и строительство, биология, горное дело, машиностроение, культура и искусство, юриспруденция, экономика. Ну, то есть по основным направлениям подготовки у нас также имеется большое количество и журналов, то есть большое количество периодики. Ну, а сейчас хотелось бы как раз поговорить по публикации трудов преподавателей и индексирование их в РИНС. Еще раз хочу отметить, что завтра данной тематике будет посвящен вебинар. Если кому интересно, вы можете перейти в график вебинаров. Я также могу вам отправить ссылку, может быть, кому-то будет удобно, да, зарегистрироваться непосредственно. Я сейчас в чат кину ссылку, может быть, кому-то будет интересно зарегистрироваться, принять участие именно как раз в данной теме. А ну, сегодня так, в общем, я расскажу об этом. Ну, сначала хотелось бы, наверное, поговорить об таких основных понятиях, что же такое публикационная активность и что такое РИНС. Публикационная активность, да, это одним из ключевых показателей, используемым для оценки деятельности исследователей научных коллективов в мировом научном сообществе, является публикационная активность, составляющая, кроме того, и рейтинговый показатель как преподавателя, так и вуза в целом. Показатель публикационной активности дает возможность оценки влияния ученого, да, или организации на развитие как отдельной дисциплинарной отрасли знания, так и национальной мировой науки. РИНС – это национальная библиографическая база данных научного цитирования, которая аккумулирует в себе более 9 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 600 российских журналов. Это национальная библиографическая база данных научного цитирования. Что хочется сказать, что, ну, наверное, публикационная активность – это как раз один из важнейших параметров преподавателей вуза. И один из, наверное, показателей, по которому оценивается преподаватель, оценивается именно продвижение в науке, но и также публикационная активность влияет и на, ну, так скажем, материальные выплаты.
преподавателей. Хочу отметить, что наша компания приглашает авторов к сотрудничеству и предлагает разместить свои произведения, это учебники, учебные пособия, монографии в электронном виде на наших платформах, на платформах электронной библиотечной системы IPR Books и Библиокомплектатор. Мы предлагаем два варианта электронной публикации ваших работ. Это сетевое электронное издание, это размещение ваших работ на сайте с присвоением статуса самостоятельного электронного издания и выдачей сертификата. Или это локальное издание, это издание на дисках, требуемым тиражом с обязательной регистрацией в информ-регистре. К размещению принимаются как новые работы, так и изданные ранее. И, соответственно, уже по согласованию с автором отдельные учебники и учебные пособия могут быть дополнительно изданы в печатном виде. Да, как я уже сказала, то, что наша компания начала свою деятельность как издательский центр и на сегодняшний день активно работает в данном направлении. Ну, наверное, обеспечить публикационную активность за счет печатных книг невозможно. И поэтому на сегодняшний день основным это стала публикация в статьях и журналах, и это электронное издание и размещение вашего электронного издания в фондах электронно-библиотечных систем. В чем же преимущество публикации изданий на наших платформах? В первую очередь это гарантированное авторское вознаграждение и прозрачные финансовые условия. Передача авторам только электронных прав на издание без ограничений его дальнейшего использования автором, получение сертификата, свидетельствующего об электронной публикации, присвоение ISSN, это индексирование изданий в РИНС без дополнительных затрат со стороны автора. При этом в e-library передаются только описания и списки литературы, но и, соответственно, расширение представленности изданий в научных образовательных кругах, повышение статуса автора и его научных работ, рост публикационной активности и показатели цитируемости автора, включение изданий в учебные планы и рабочие программы ведущих вузов страны. Для включения в ВБС рассматриваются учебники, учебные пособия, в том числе с грифами, монографии, производственно-практические, справочные издания, научные исследования. И мы предлагаем следующие варианты сотрудничества. Да, вот более, так скажем, об основных я вам сейчас озвучу, это изданные и неизданные небольшие учебные методические материалы. Они включаются бесплатно в наш фонд электронной библиотечной системы с присвоением статуса публикации. Также неизданные учебники, учебные пособия с грифом, либо написанные по базовым дисциплинам для бакалавров, включаются в ВБС вместе с другими ранее изданными работами автора в обмен, например, на печатное издание, осуществляемое полностью за счет издательства. И, например, ранее изданные и неизданные учебники, учебные пособия, монографии, покупка, наша компания осуществляется покупка лицензии для включения в ВБС. Ну, соответственно, стоимость лицензии зависит от вида издания, от объема издания и от года издания. Ну и большое количество различных работ, в том числе работ нескольких преподавателей кафедры, мы включаем в электронную библиотечную систему, например, в обмен на бесплатное предоставление автору или кафедре доступа к базовой версии нашей электронной библиотечной системы. Ну, соответственно, с обновлением в течение года, либо покупаем уже эти работы на индивидуальных условиях. На условиях уже ведем переговоры с авторами и уже, так скажем, приходим к общему знаменателю и выбираем, уже непосредственно автору озвучиваются условия сотрудничества, и автор уже сам выбирает, на каких условиях он будет сотрудничать с нашей организацией. Ну, как я уже сказала, условия абсолютно различны в зависимости от вида работ, их количества, характера и срока приобретаемых прав. Все эти вопросы рассматриваются, естественно, индивидуально. Сейчас, к сожалению, например, да, если у кого-то возникнет вопрос, я ответить не могу, не смогу, потому что в первую очередь информация нужна будет от вас, да, что вы планируете размещать.
размещение изданий в РИНЦ. В РИНЦ передается описание всех размещенных в ОБС изданий, как имеющих печатные аналоги, так и самостоятельных электронных изданий. Записи для передачи в РИНЦ передаются массивом каждый квартал по всем изданиям, включенным в ЭБС за прошедший период. База изданий загружается автоматически, что облегчает сложную процедуру размещения работ самостоятельно авторами и, соответственно, экономит затраты на обработку внесения изданий в РИНЦ своими силами. С целью правильной индексации каждая запись предварительно прорабатывается редакторами и программистами. Запись приводится на соответствие с техническим заданием НЭП и ГОСТ по библиотечному делу, также вносится информация о каждом авторе и оформляется специальным образом список литературы. Перед размещением изданий на сайте осуществляется их редакторская подготовка. Это проверка предоставляемых вами файлов, оформление титулов, оборот титулов, техническое редактирование текста и изображений. Ну, вот, если в случае необходимости, в принципе, в любом случае это проводится данная работа, это формирование описаний, оформление списка литературы в соответствии с требованием РИНЦ. Если автор уже зарегистрирован, то желательно при передаче работ в ЭБС указывать индивидуальный код автора. Ну, то есть это позволит при выгрузке данных из ЭБС в eLibrary автоматически привязывать издание к автору. Ну, соответственно, если вы еще не зарегистрировались, то мы рекомендуем, наша компания рекомендует автору зарегистрироваться и уже получить код. Предоставляются вот такие вот сертификаты. Сертификат, который говорит о том, что электронное издание размещено в фондах электронной библиотечной системы IPR Books, и сертификат РИНЦ, который гласит о том, что научные учебные издания ЭБС IPR Books размещены в российском индексе научного цитирования. Для включения работ авторам необходимо предоставить список изданных трудов, которые могут быть включены в ЭБС IPR Books, а также перечень неизданных работ, которые вы хотели бы включить в ЭБС. После рассмотрения определения перечня включаемых работ оформить договор на согласованных сторонами условиях, и уже после заключения договора вы предоставляете тексты работ в электронном виде и данные издания. Ну и хочу отметить, что в целях поддержки авторов и авторских коллективов, повышением статуса и востребованности учебных и научных изданий, мы проводим ряд мероприятий по продвижению работ, изданных на дисках и в печатном виде, в том числе на различных международных, всероссийских, региональных конкурсах. Многие наши издания были удостоены дипломов и грамот. Все организационные вопросы, а также расходы по уплате оргвзносов и отправке экземпляров изданий на конкурсы издательский сектор берет на себя. А для вузов и авторов авторских коллективов такое участие в конкурсах, оно абсолютно бесплатное. Если даже книга занимает какое-то призовое место, то мы авторам и вузу направляем диплом или грамоту. Ну, вот таких дипломов и грамот у нас удостоились издания, созданные нашей компанией совместно с Московским государственным строительным университетом. И также хочу обратить ваше внимание, что наша компания поощряет преподавателей, которые активно пользуются нашими ресурсами и продвигают их в профессиональной студенческой среде, участвуют в комплектовании библиотечных фондов посредством формирования заявок на литературу, содержащуюся в нашей электронной библиотечной системе IPR Books и библиокомплектантов. И мы предоставляем скидки на выпуск локальных дисков с вашими работами. Также предоставляем льготные условия подготовки и публикации произведений в печатном виде, ну и бесплатную разработку макета вашей книги. Наша компания берет на себя редакционную обработку, корректуру, верстку и дизайн обложки. Коллеги, ну, так скажем, наша теоретическая часть подошла к концу. На данном слайде у нас представлены контакты для оперативной связи. Если у кого-то вдруг возникнут вопросы, может быть, после нашего мероприятия, вы всегда можете с нами связаться. Может быть, вас именно заинтересовала тема и заинтересовала публикация своих работ в нашей электронной библиотечной системе. Также у нас представлен адрес электронной почты mail@iprbookshop.ru, отдел по работе с авторами, отдел по работе с правообладателями. Можете позвонить или написать.
Ну, а сейчас мы с вами переходим к практической части. Видео я отключаю. Отключаю видео, видеть меня вы не будете, будете только слышать. И мы сейчас с вами непосредственно перейдем на сайт электронной библиотечной системы IPR-Books, где, так скажем, проведем виртуальную экскурсию. Так, и уже после того, как мы перейдем на наш сайт, после того, как мы с вами проведем виртуальную экскурсию, я вернусь к вам и, соответственно, отвечу на все интересные. Сейчас я включу трансляцию рабочего стола. Так, минуту. Коллеги, вот тут вот вопросы как раз поступают, пока я как раз открываю, отвечаю на некоторые. Можно ли скачать данную презентацию? Вот здесь вот сверху у нас есть папочка, желтая, называется «Ресурсы», справа. Вы, пожалуйста, можете самостоятельно на ваш компьютер скачать. Минуту. Вы знаете, у кого-то может не получиться. Можете попробовать в другом браузере. Так, сейчас мы с вами перейдем. Минуту, пожалуйста, коллеги. Так, возвращаюсь я к вам. Коллеги, у кого не получится скачать презентацию, вы можете мне сказать, я вам на адрес электронной почты ее отправлю, на адрес электронной почты, который вы указали при регистрации. Да, я вижу.
копия будет отправлена. Так, ну а мы начинаем нашу трансляцию, переходим на сайт электронной библиотечной системы IPR Books. Скажите, пожалуйста, всем ли видно, идет ли у нас трансляция? В чате напишите мне, пожалуйста, все ли у нас в порядке, идет ли у нас трансляция. Угу, все, возвращаюсь. Коллеги, давайте вот так вот сейчас вернемся к главной странице. Это главная страница электронной библиотечной системы IPR Books. Что хочется первым делом вам сказать, чтобы для того, чтобы работать с нашей электронной библиотечной системой, шаг первый, да, если в вашем вузе открыт тестовый доступ или уже коммерческое подключение, шаг первый, вам необходимо прийти в библиотеку и запросить логин и пароль. То есть вам выдается логин и пароль, общий логин и пароль. Под этим логином и паролем вы заходите и авторизуетесь под организацией, то есть под вашей организацией. У нас двухуровневая система авторизации, поэтому тот логин и пароль, который вам выдали в библиотеке, он общий для всех. Вы сначала первым делом авторизуетесь под, вводите его, авторизуетесь под вашей организацией, и потом каждому необходимо будет пройти персональную регистрацию. То есть общий логин и пароль ввели, попали на главную страничку, далее кнопочку «Авторизация» нажали, да, и уже непосредственно вам необходимо будет ввести какие-либо персональные данные. О себе это фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, соответственно, кафедра, должность и так далее. И уже после этого адрес электронной почты будет являться логином. На данный адрес электронной почты вам придет пароль. Который, как бы, вы уже с данным логином и паролем вы уже сможете зайти в систему. Ну, а что хочется, да, отметить самое главное, рассказать про нашу электронную библиотечную систему. Начну с фондов. У нас содержится несколько разделов. Основной раздел – это книги. Каталог книг. В данном разделе у нас сосредоточена учебная и научная литература. То есть литература, предназначенная для высших учебных заведений, для средних учебных заведений. Далее раздел периодика. Ну, логично, в данном разделе у нас сосредоточен каталог периодических изданий. Далее, раздел «Фонды». В данном разделе у нас собраны фонды публичных российских библиотек. Это библиотеки-партнеры, которые передают нам свои издания в электронном оцифрованном виде. Раздел «Обучающие материалы». В данном разделе у нас собраны дополнительные материалы для обучения. Это электронные курсы и аудиоиздания. Раздел «Инструкции» и раздел «Ответы и вопросы». Если у вас возникают какие-либо сложности, вы всегда можете обратиться к данному разделу. И уже, соответственно, возможно, в данных разделах вы найдете ответы на свои вопросы. Если нет, то вы можете позвонить нам и уточнить какие-либо вопросы. Ну, а мы сейчас перейдем с вами в раздел «Книги». Как я уже сказала, здесь у нас сосредоточена вся основная литература, учебная и научная литература в разделе «Книги». Сразу обращу ваше внимание на две большие кнопки. Это «Доступный контент» и «Расширение подписки». Что же это такое? Доступный контент – это подписка вашей организации. Все книги, все издания, которые содержатся в доступном контенте, они доступны и вашей организации. –
они доступны вашей организации, и, соответственно, все книги вы здесь с раздела «Доступный контент» можете открыть, посмотреть и поработать с ними. Раздел «Расширение подписки». Здесь у нас собраны, так скажем, книги, которые оформляются по доп. Подписке. Это издательские коллекции, некоторые издания, да, вот издания, которые сосредоточены в данном разделе «Расширение подписки», так скажем, недоступный контент, они будут вам недоступны для чтения, да, и у вас вот вы не сможете открыть книгу и почитать. Но если же какие-то издания, содержащиеся в разделе «Расширение подписки» в недоступном контенте, вам необходимы для вашего, так скажем, учебного процесса, то вы можете подавать заявки на данные издания в вашу библиотеку. То есть, если вам какие-то книги необходимы, то вы смотрите, выбираете. Здесь вот мы видим, да, что у нас здесь сосредоточены все издания по издательствам. То есть, возможно, вас интересует какое-либо определенное издательство, какое-либо определенное направление. У нас вот весь перечень издательств. Кому интересно, вы можете зайти, открыть, посмотреть, что за книги. Такое мы здесь можем видеть только метаописание и краткое описание книг. И также мы можем скачать перечень в таблицу Excel. Да, если нам неудобно смотреть, мы можем зайти, скачать в формате Excel. И вот в таком виде у нас будет представлена информация о той или иной коллекции. Ну вот, здесь у нас мы видим, да, что сосредоточены издания. Ну, перейдем в раздел «Доступный контент». Как в разделе «Доступный контент», так и в разделе «Недоступный контент» у нас имеется фильтр, поле фильтрации, где мы с вами можем осуществить поиск по заглавию, поиск книги по издательству, по автору, также выбрать актуальный год издания, который нам необходим, по ISBN, по типу издания, по целевому назначению и так далее. То есть, переходя в ту или иную коллекцию, мы видим, да, что у нас здесь собраны издания, все собраны по основным направлениям подготовки, по УГНП. Выбирая ту или иную коллекцию, которая нас интересует, ну, например, математика и механика, мы здесь видим, какое количество изданий содержится в данной коллекции. Также мы можем скачать наши результаты поиска, скачать в формате Excel в таблицу и, соответственно, осуществить уже поиск издания из необходимого вам раздела. Ну, например, нас интересует математика. Вот все поля у нас автоподгружаемые. Он сразу нам выдает все издания, которые содержатся в данном разделе по данной тематике. Далее мы с вами можем осуществить поиск по издательству, ну, например, издательство IPR Media. Нажимаем на «Применить», и вот он нам нашел все издания из данного раздела. То есть в разделе в коллекции «Математика и механика» у нас найдено 31 издание издательства IPR Media. Далее осуществить поиск мы можем также и по автору. Мы можем ввести, да, фамилию, имя, отчество автора, также все поля автоподгружаемые, и выбрать необходимое нам, нажимаем на «Применить», и, соответственно, он нам найдет. Далее перешли. Также по годам выпуска, если нас интересует, так как это, да, более такая актуальная литература. Ну, давайте возьмем литературу за последние 5 лет. Возьмем 2012-2017 год и посмотрим, какое количество изданий. Вот мы видим, да, у нас практически вся литература актуальна. У нас 700 изданий за последние 5 лет выпуска. Ну и, соответственно, по ISBN также мы можем найти. При необходимости мы с вами можем уточнить тип издания. Например, нас интересует учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие. Мы можем выбрать как одно, так и несколько. Нажимаем на «Применить». Вот мы видим, да, то, что у нас по нашей фильтрации найдено 554 издания. Также целевое назначение. И вот можем поставить галочку, чтобы не отображать художественную литературу.
Ну все, я думаю, достаточно просто, достаточно понятно, как искать, да, литературу на нашем ресурсе. Ну, также, выбирая ту или иную коллекцию, мы можем осуществить поиск. Помимо поиска по заглавию, у нас есть также и интуитивный поиск. Работает он по принципу таких поисковых поисков, таких поисковых системах, как Google, Яндекс. То есть он ищет по любому совпадению. Если мы с вами ввели какой-либо запрос, ну, например, психология, нажали на поиск, он ищет, сразу обращу ваше внимание, издания по всем фондам электронной библиотечной системы, как из доступного контента, так и из недоступного контента. То есть, открывая какую-то книгу, она может быть вам недоступна для чтения. У нас есть возможность поиска в основном каталоге, то есть это доступный-недоступный контент, раздел книги и периодика. Также поиск в фондах осуществляется только из фондов российских публичных библиотек и поиск в текстах изданий, что очень-очень удобно, если вы, например, ищете какую-то статью, вы не знаете, в каком она журнале, в каком наименовании, номер журнала, то вы можете осуществить именно в текстах издания поиск, да, скопировать какое-то словосочетание, какой-то, может быть, абзац предложения и попробовать отыскать его в текстах издания. Ну, сейчас перейдем вот также в доступный контент. Давайте я вам примерно покажу, как у нас выглядит наш ридер. Вот откроем первую книжку «Акустика помещений». Вот мы видим, да, то, что чтение онлайн нам возможно. Мы нажимаем на зеленую кнопочку «Читать», и у нас открывается ридер. Хочу обратить ваше внимание, что все книги в нашей электронной библиотечной системе размещены в специальном векторном формате, а не картинки, что позволяет увеличивать масштаб текста до 300%. Мы видим, без потери качества изображения. То есть каждый пользователь может выбрать для себя удобный масштаб и, соответственно, работать с книгой. Мы видим, какие возможности предоставляет наша система для работы с книгой. Мы можем скопировать текст. Наша система предупреждает, что единоразово мы сможем скопировать с вами не более 1000 символов. То есть защита авторских прав, единоразовое копирование ограничено в 1000 символов, ну, например, в качестве цитирования. Далее мы можем с вами распечатать издание. Распечатать мы можем только 20% от издания единоразово за весь срок подписки. Данное издание может быть напечатано, то есть данное издание содержит 191 страницу, напечатано может быть только 38 страниц. Далее есть возможность обратиться к содержанию, например, чтобы не осуществлять постраничное поиск, мы можем обратиться к содержанию, уже выбрать необходимую нам страницу, необходимую нам главу и работать с книгой. Также есть возможность оставлять закладки, что очень удобно. То есть, если вы постоянно работаете с книгой, вы остановились на какой-то странице, вы можете поставить закладочку на данной странице, и уже с личного кабинета у вас будет доступ к данной странице. То есть, вы сразу можете перейти к книге, к странице, на которой закончили работу с данным изданием. Если по тексту что у вас попадают какие-либо ссылки на статьи, на законы, вы их можете выделить. И вот у нас есть поиск выделенного в системе «Гарант». Да? То есть при выделении текста у нас снизу появляется панель задач, мы нажимаем, но, вот, к сожалению, она нам ничего не найдет в данный момент, да, вот документов не найдено, но если у вас попадается ссылка, вы можете попрактиковать, открыть, посмотреть, как это работает, что тоже очень-очень удобно. Да? Если у вас возникла какой-то вопрос, вы сразу можете данный текст выделить. Ну и основное, да, у нас есть возможность, не заходя в книгу, сразу просмотреть оглавление, что вообще, какая информация в данной книге. Добавить книгу в избранное, так скажем, если вы постоянно работаете с какими-то книгами, чтобы их не искать по всем фондам, вы можете добавить данную книгу в избранное, и у вас уже с личного кабинета будет доступ. И рекомендовать издание пользователям. Об этой функции я вам рассказывала, об этом сервисе. То есть данное издание мы с вами можем рекомендовать.
рекомендовать, вот мы рекомендовали данное издание, и доступ к данному изданию будет у нас с личного кабинета. Но сейчас мы с вами как раз перейдем в личный кабинет и посмотрим, что, для чего, собственно, он нам нужен, да, какие возможности по работе с нашей электронной библиотечной системой в личном кабинете. Ну, первое, это закладка, это профиль. Здесь отображается ваша персональная информация. Далее доступные издания. Здесь у нас отображается информация о доступе вашей организации. Вот на примере моей организации подключена премиум-версия ЭБС. Сюда количество информации о количестве изданий, которые входят. И при желании мы можем скачать список. Если будут подключены какие-либо дополнительные издательские коллекции, то здесь будет стоять галочка, что данная коллекция доступна, и вы уже сможете зайти в раздел коллекции и посмотреть, уже поработать с данными коллекциями в полнотекстовом режиме. Вот как раз раздел «Работа с изданиями в режиме онлайн». Здесь есть вкладки «Избранные издания». Это вот то, что мы сейчас сегодня добавили с вами в «Избранное». У вас всегда будет доступ к этому изданию. Нажимая на книгу, вы сразу переходите к ее прочтению. При необходимости мы можем ее удалить из закладки «Избранные издания». Далее «Мои закладки». Вот здесь как раз отображается, вот мы сегодня с акустикой помещения работали, сегодня 1.03. Здесь как раз отображается у нас информация о странице, на которой мы с вами оставили закладку. Нажимая на «Просмотреть», он нам сразу открывает 30-ю страницу, что очень-очень удобно. Вот, пожалуйста. Далее, вот как раз закладка «Рекомендуемая литература». Как же она работает? Да, вы можете рекомендовать издание своим студентам, например. Здесь у нас отображается информация о наименовании издания, дата рекомендации, чья это рекомендация. Ну, в моем случае вот две книжки я рекомендовала, три книжки рекомендованы другими преподавателями, и информация, с каких кафедр и кем данная книга рекомендована. То есть при необходимости мы можем выбрать фамилию, имя, отчество преподавателя и посмотреть, что он рекомендовал. Ну вот, например, да? И уже непосредственно, кликая на то или иное издание, мы можем перейти к нему. Что очень-очень удобно. Также и студент, открывая свой личный кабинет, сразу переходит в раздел «Рекомендуемая литература», выбирает, кем данное издание было рекомендовано, или выбирает наименование издания и уже сразу переходит к прочтению данного издания. Далее о модуле «Книга обеспеченности» я вам рассказывала. Это раскладка изданий по интересующим дисциплинам. Нажимаем на кнопку «Запустить модуль». И формируем раскладку. Для этого нам необходимо, вот здесь уже несколько есть у нас, искусство, культура. Давайте добавим по праву что-нибудь найдем, например, да, вот право. Одновременно он может вам сгенерировать 100 записей, то есть не более. Вот тут вот список ограничен в 100 записей. По каждой дисциплине не более 15 книг. Даже если в фондах электронной библиотечной системы находится больше 15, да, изданий по тому или иному направлению, естественно же, то он вам найдет вот 15 таких самых основных, часто используемых изданий. Здесь мы можем выбрать выбор метода, да, это стандартный поиск и интуитивный поиск. Как я уже сказала, интуитивный поиск, он нам ищет издания по всей базе ЭБС. Да. Стандартный поиск, он ищет нам издания только из доступного контента. Мы можем уточнить УГС, но так как у нас абсолютно разные дисциплины, да, я думаю, нам это не нужно. Ну и, соответственно, год издания. Нам нужны издания за последние 5 лет. Нажимаем на кнопку «Сформировать». И вот у нас формируется раскладка списка. Открыть. Вот, пожалуйста, он нам нашел по искусству издание со ссылкой на данное издание, по культуре и, соответственно, по праву, что очень-очень удобно. Вот он нам сформировал. Ну и что вам будет интересно, наверное, еще такой сервис, как модуль о поступлении и выбытии литературы. Вот мы можем отследить с вами новые поступления, сформировать запрос за определенный период, например, по книгам. Вот здесь по умолчанию стоит период недельный. Мы можем
месяц, например, взять февраль, да, если мы нажмем галочку «Только доступные», то он нам покажет, какими изданиями пополнился наш доступный контент. То есть бесплатно эти издания будут вам доступны. Если мы галочку уберем, то он нам будет искать по всем фондам нашей электронной библиотечной системы. Ну, давайте оставим галочку «Только доступные». При необходимости мы можем уточнить УГС, а также мы можем уточнить тип издания и нажимаем на кнопочку «Применить». Вот, пожалуйста, доступный контент, то есть за февраль месяц доступный контент, то есть это те издания, которыми я могу пользоваться, пополнился на 522 издания. Вот, пожалуйста, все эти издания. Здесь мы также можем скачать в формате Excel данный список или уже непосредственно перейти к тому или иному изданию, которое нас интересует. Ну, аналогичный запрос мы с вами можем сформировать и по журналам. И такой же модуль мы можем с вами посмотреть, модуль выбытия изданий. В чем плюс? Если какое-либо издание выбыло по той или иной причине, вы всегда можете просмотреть аналогичные издания. Да? То есть взамен на издание у нас предоставляется аналог данного издания, что очень-очень удобно. Нажимая на просмотр аналогичных изданий, у нас сразу будет доступ, например, к аналогу. Коллеги, ну, основную информацию я вам рассказала. Сейчас, наверное, перейду, уже вернусь к вам и постараюсь ответить на все ваши вопросы, если они у вас возникли. Минуту, пожалуйста. Так, я смотрю, вопросов достаточно много. Ну и давайте начнем с основных. Сначала начну с раздела «Общий чат». Да, тут я смотрю, тоже вопросы возникли. Так, что у нас тут такое изначально? Так, копия презентации. Ага, вот я вижу, у кого не получилось скачать, я отправлю вам копию презентации. Так, организация заключила с вами договор. Вот Ольга Ивановна написала. Курган Ольга Ивановна. Если организация заключила с вами договор. Ну, если организация заключила с нами договор, то у вас имеется доступ к нашей электронной библиотечной системе. Вы можете в библиотеке получить логин и пароль и работать, пользоваться всеми изданиями, которые доступны вашей организации. Так, отправить презентацию. Так, угу. Так, вот кто-то пишет то, что пользуется, Дмитрий Васильевич Мещеряков. Угу. Так, презентация. Вот Андрей Васильевич Гребенщиков. Отзыв, так скажем, оставил, да, то, что подписка по направлению был пополнен перечень литературы. Да, мы активно работаем в этом направлении. Да, вот у нас как раз ветеринарно-санитарная экспертиза. По данному направлению ветеринария и сельское хозяйство значительно было пополнено контент как учебной литературы, так и периодики. Анна Вячеславовна нам задает вопрос, можно ли оформить подписку именно на периодику. Анна Вячеславовна, ну, в зависимости от того, если у вас вообще доступ, если у вас доступ к
нашему электронному ресурсу. Сегодня речь шла об электронной библиотечной системе IPR Books. Ну, она ориентирована, так скажем, на подписку на базовую версию. Это порядка 90% всего контента. Есть у нас платформа Библиокомплектатор, которая позволяет именно формировать точечную подписку как на книги, так и на журналы. Поэтому, если вас интересует этот вопрос, мы с вами можем, или вы мне на адрес электронной почты можете написать письмо, что у вас за организация и вообще используется ли какая-либо платформа. Так, сертификат. Так, сертификат будет. Сертификат будет вам отправлен на адрес электронной почты. Все слушатели получат сертификат. На адрес электронной почты будет отправлен сертификат. Вот Ольга Ивановна пишет, что организация заключила с нами договор только в тестовом режиме. Освоила очень удобно, но больше не продлили. Ольга Ивановна, ну тут уже зависит и от организации, и от библиотеки. Тут я уточню тоже у менеджеров данную информацию. Но преподаватели также должны активно, я уже сказала, быть активными участниками именно формирования библиотечных фондов. Вам необходимо будет писать заявочки на литературу, если вам действительно интересна данная электронная библиотечная система, наша электронная библиотечная система, то вы можете подать заявку в библиотеку на подключение. Так, на сертификат я ответила. Угу, спасибо. Вот строительство с Лан Леонидом надо. Третьякова нам пишет о том, что строительство энергетика представлено в ВБС слабо. Будут ли изменения? Ну, в принципе, у нас вот за 2016 год очень активно пополнялся именно раздел технико-технические науки, в том числе строительство, архитектура. У нас есть замечательная электронно-библиотечная система АСВ, Ассоциация строительных вузов. На базе нашей электронно-библиотечной системы активно развиваются и межвузовские электронно-библиотечные системы. Там по данному направлению, если я не ошибаюсь, свыше 1600 изданий именно вот из коллекции. Ага, по СПО. Да, вот по СПО, кстати, у нас тоже в ближайшее время ожидается мероприятие. Вы можете перейти в раздел «График вебинаров». Если у нас присутствуют коллеги, да, из СПО, вы можете зарегистрироваться. Также будет именно посвящен СПО. Да, да, у нас вот как раз в этом году, вот буквально, наверное, конец марта, начало апреля, наша коллекция СПО пополнится более чем на 500 изданий по разным направлениям, и именно вот как раз на вебинаре будут озвучены, да, какие издательства и какие тематики, какие направления будут пополнены. Лариса Ивановна, вот вы по поводу тестового доступа спрашиваете. Вы знаете, есть возможность подключить бесплатный преподавательский доступ, если или по запросу вуза. Соответственно, тестовый доступ у нас оформляется на 2 недели по запросу вуза, по запросу библиотеки. Если такой возможности нет, если, например, вуз не хочет продлевать тестовый доступ или как-то с нашей, да, компанией данный вопрос не согласован, то вы можете запросить бесплатный преподавательский доступ на главной странице нашей электронной библиотечной системы. Есть такая возможность. Да, вот СПО, я еще раз говорю, то, что СПО активно будет пополняться. Прям вот у нас, так скажем, цель на 2017 год, буквально на весну, расширить именно фонд изданий по СПО. По таможенному делу мало активных изданий вот у нас. Спрашиваю, да, но в фондах нашей электронной библиотечной системы по таможенному делу представлены две замечательные коллекции: Троицкий мост и Интермедия. Очень хорошие именно издания по данному направлению, поэтому вы можете подать заявочку в библиотеку, вы можете вообще зайти в расширение подписки, да, если вы подключены на электронную библиотечную систему IPR Books, в недоступный контент, вообще посмотреть, какая литература представлена по данному направлению, и уже подать заявку на данную литературу.
Так, вот Светлана Леонидовна задала мне вопрос, когда будет вебинар по СПО. Минуту, пожалуйста, я могу сейчас посмотреть. И тогда уже вам ответить. Минуту. Вот если... Угу, так. Давайте я тогда посмотрю. Ага, вот нашла. Данный вебинар у нас ожидается 23 марта. Ссылочка уже есть. Я также могу скинуть ссылку в чат. Можете зарегистрироваться. Так, 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 по физической культуре побольше бы доступной литературы. Но тут тоже в зависимости от подписки вашей организации, если литература вам недоступна, это не значит, что ее нет в наших фондах. Я еще раз говорю, вы можете воспользоваться поиском, интуитивным поиском, посмотреть, в принципе, какая литература. Так, имеется ли бесплатный доступ к иностранным журналам по физике? Сейчас, к сожалению, не смогу вам ответить. Ну, вот после вебинара технической возможности нет, могу ответить вам на эти вопросы. Так, можно ли организовать ознакомительный семинар для студентов университета? Так, Марина Васильевна, вы имеете в виду такое же мероприятие, как в виде вебинара, в форме вебинара? Да, если кто-то не пользовался, может быть, действительно у нас посмотрите новым взглядом, так скажем, на нашу электронную библиотечную систему, зайдете, посмотрите, какие книги у нас появились. У нас, как я еще раз повторюсь, очень много новых изданий буквально ежедневно пополняется. Ну, перехожу во вкладку «Вопросы». Вот нам также Валерий Вазгенович задает вопрос. Публикационная активность преподавателя. Как может быть повышена? Ну, сейчас, наверное, долго об этом не говорить. Я также в общий чат ссылку на вебинар, который завтра будет проходить. Поэтому, если есть возможности, вы можете поучаствовать, зарегистрироваться, поучаствовать. Если данная тематика вам интересна, если не будет возможности принять участие, я, ну, уже вы можете с вами связаться, и тогда, может быть, в записи я вам отправлю ссылочку на запись данного вебинара, и вы сможете послушать. Так, что сделать для того, чтобы в библиотеке СГУ, да, появилось издание «Интермедиа. Троицкий мост по таможенному делу»? Вам необходимо подать заявочку в библиотеку на данные издания. Также я с вашим менеджером сегодня свяжусь, может быть, как-то пообщаются и с вашей библиотекой, и уведомят о том, что есть у преподавателей желание поработать с данными изданиями, необходимость данной литературе. Так, можно ли получить рассылку презентации? Каким образом можно получить сертификат? Да, рассылку, у кого не получилось скачать данную презентацию, я вам ее отправлю на адрес электронной почты, который вы указали. Сертификат также не сегодня, но в течение этой недели также сертификат будет вам отправлен. Так, я смотрю, вопросы дублируются. Так, страниц презентации 29. Да, презентацию можно будет потом получить. Так. Так, у Андрея Васильевича были проблемы с интернетом. Часть презентации пропустил. Да, презентацию по ссылочке можно будет получить. Каким образом издания вуза могут быть размещены в вашей библиотеке? Взаимосвязаны ли ресурсы вашей библиотеки и системы РИНС? Да, да, я уже сегодня об этом говорила. То есть все издания, которые размещены в нашей электронной библиотечной системе, они массивом также попадают в РИНС. Поэтому, если так... У нас вот на сайте, на данном слайде адрес электронной почты mail@ipr-bookshop.ru, это отдел по работе с правообладателями. Если у вас возникают какие-либо вопросы по размещению, вас интересует, то вы можете нам написать, да, что бы вы хотели разместить и так далее.
Так, вот Валерий Возгенч пишет, что нам не факт, что изданное 10 лет и более назад не является актуальным. Да, действительно, в принципе, сейчас у нас литература актуальна. Это также в зависимости от тематики, от учебного заведения, кто-то в рабочие программы, у кого-то есть разделение на гуманитарные и технические, кто-то в рабочие программы включает литературу по гуманитарным наукам до 5 лет, она считается актуальной, по техническим до 10 лет, но это уже как бы на усмотрение преподавателя. Так, ну презентация сертификат участника, смотрю, тут также много вопросов, я отвечала на этот вопрос, да, отправили вам на адрес электронной почты. Угу, так. Угу. Светлана Григорьевна пишет, почему я не могу продолжить просмотр вебинара с телефона, если мобильное приложение установлено, достигнуто максимальное количество участников мероприятия. Да, вот у нас ограничение доступа, сегодня очень много желающих было поучаствовать. Если, может быть, у кого-то из ваших коллег не получилось, хочу отметить, что мероприятие у нас проводится буквально ежедневно. Есть также график вебинаров, поэтому разные тематики, может быть, кому-то будет интересно присутствовать и на других тематиках, на тематике, на другой тематике, поэтому вы можете также зарегистрироваться. Так, да, презентацию отправлю. Так, вот пишет Ольга Юрьевна, что информации много. Так, так, книги для студентов по вашим сегодняшним указаниям уже рекомендовала, регистрировали самостоятельно без логина и пароля библиотеки. Но в любом случае под организацией необходимо, может быть, кто-то сообщил логин и пароль. Так вот, по вопросу задали, насколько интенсивно пополняется фонд по лингвистике. Уточню данный вопрос по загрузке. К сожалению, сейчас я на него ответить не могу. Так, сертификат. Еще раз повторяю, что сертификаты будут в течение недели отправлены на адрес электронной почты. И, соответственно, также по зарубежным авторам я информацию уточню. Угу. Вот нам Николай Петрович, да, задавал вопрос, не есть ли IPR-букс преемник сайта Лань. Нет, это две совершенно разные электронно-библиотечные системы. Лань это абсолютно другая. Угу. Так, уточните, пожалуйста, вопрос лицензирования авторских прав. Так, Валерий Васильевич, вот по поводу вопроса лицензирования, возможно, да, я его пропустила. Если вы имеете в виду по размещению, в зависимости от того, какие вы нам права передаете. Или также покупка лицензии, это все обговаривается индивидуально. В принципе, я тогда могу ваш адрес электронной почты передать в отдел по работе с авторами, с вами свяжутся, и уже более, так скажем, компетентные люди ответят вам на эти вопросы, которые у вас могут еще и возникнуть. Угу. Так, коллеги, ну я так вроде постаралась ответить на все ваши вопросы. Вопросов также было много. Можно ли работать в тестовом режиме индивидуально? Вот как раз в тестовом режиме индивидуально нет возможности работать. Тестовый режим у нас оформляется по запросу организации, но есть возможности подключить бесплатный преподавательский доступ. Есть такая кнопочка на главной странице. Вы посмотрите также, перейдите на сайт, и можно подключить бесплатный преподавательский доступ. Он дает возможность использования не
полной нашей базы, а 10 изданий. Да, вы единоразово можете, например, воспользоваться, поработать с 10 изданиями. То есть доступ открывается на год. Сначала 10 изданий, например, 5 книг, 5 журналов вам необходимо для работы. И потом каждый из них вы можете на другой поменять. То есть в течение года вы можете воспользоваться 20 полнотекстовыми изданиями. Ну или, соответственно, вы можете, если, например, не вы одна используется, желают работать с нашей электронной библиотечной системой, а кафедра или несколько преподавателей, вы также можете открывать доступ по заявкам в библиотеку. Угу. Так, коллеги, в первую очередь спасибо вам, что нашли время и поприсутствовали на нашем мероприятии. Поэтому я еще раз говорю, что наша компания проводит мероприятия по различным тематикам. Если есть желание, если есть возможность и время, переходите на график мероприятий, регистрируйтесь и участвуйте вместе с нами. Так, спасибо вам, всего доброго. И, ага, по причине, так, по какой причине издание, вот нам еще задали вопрос, да, по разным причинам, то есть издание, ну, в крайнем случае, если заканчивается лицензия, или издание становится неактуальным, да, или, например, переиздано издание, и вот по данной причине оно может быть исключено из фондов нашей электронной библиотечной системы. Хотелось поздравить с наступающим праздником, праздником весны наших милых дам, дорогие наши женщины, девушки, всегда оставайтесь такими прекрасными, на радость мужчинам, цветите, всех вам благ и всего самого-самого наилучшего. С наступающим вас праздником, праздником весны, праздником 8 марта. Всего доброго, до свидания. Спасибо.